Всем, всем, всем привет! С вами самый нетематический на всем Ютубе проект без названия. На моем основном канале Максим Пашкин. Решила не мудиться с этой фигней, с тремя каналами. Есть канал, есть проект, есть канал, на котором я делаю все движухи, есть проект, в котором я делаю все движухи для вас, мои дорогие друзья, подписчики, зрители, знакомые. Просто зашел какую-то хрень посмотреть. Так вот, друзья, все это для вас. У нас третья серия, посвященная компьютерной игре олдфаговой 18 стальных колес. Проходим мы ее полностью от начала и до конца. Так, мы с вами едем в Great Falls, Денвер, в Great Falls. Так, а мы находимся в Денвер. Вот, все, понял. Маленький такой грузик. Сейчас мы, получается, едем. Да, у нас вот прямая дорога тут. Сейчас выйдем как-нибудь. Потихонечку нарушим на коробочке. Кто-нибудь помнит, если кто-нибудь помнит, в прошлой серии посмотрели грузовик. А, мы уже выехали, ладно, пофиг. Ребята, кто не спрятался, я не виноват. А везунчик есть. Так, ладно, все. Поворотник вырубаем. Как его вырубить? Вот. Нет? Как его вырубить? Ой, забыл, давно не играл. Ой, стедобушка. О, все, выключил. Класс. Ой, народ, наконец-то добираюсь потихоньку до игрушек. Не знаю, когда стримы будут, потому что комп подвис в неопределенном положении. Я его хотел купить осенью, мы взяли, приостановили выплату кредита, сделали реструктуризацию в банке, чтобы сделать ремонт. Так, нам направо. А, короче, мы маленько не вписались, захотели в итоге, как это часто бывает, больше. В итоге мы, получается, на треть суммы залезли в кредит в Леруа Мерлене. Вот. И, короче, вместо того, чтобы там какие-то свои движухи замутить, да, как мы хотели, там, сделаем ванну с туалетом, там 3-4 месяца какие-то движухи поделаем, что-то там свое купим. Короче, покупка компьютера откладывается на неопределенный срок. Как там с погодой? Да зашибись, где он, как он сейчас? Дать сводку погоды. Хорошая погода. Во всем небе не облачко. Ясно, спасибо. Да не за что. Короче, покупка компьютера откладывается на неопределенный срок. Тормозим, тормозим, моторный тормоз. И тебе не хворать. Добрый самаритянин. Так, разгоняемся. Так, у нас бензин. Он же у нас Соня, кстати, народ, если кто не помнит. А только сейчас тихнулся, он тоже у меня спать заходит, я что с ним делать-то буду. О, блин. Денвер. Стоять, Казбек. Твою ж дивизию. Ладно. Сейчас развернемся. И заворачиваем вот сюда. Знаю, когда я куплю компьютер, планировалось его буквально осенью, осень уже настала, у нас уже подали отопление, компьютер все еще в перспективе, но братик вот Дениска, если вдруг досмотрел до этого момента, тебе пламенный привет, посмотрел, есть на Елене плохие варианты, в принципе, с теми же, с той же начинкой, которую я вообще искал. Ну, вообще в новых компах он за 60 тысяч, а там какой-то чувак выставил аж за 10. Естественно, по-любому с того разговора прошло аж 2 месяца, и по Левбасу он его уже продал. Но я думаю, есть несколько неплохих вариантов, найдется. Так что, может, даже и бюджет наш будет дешевле. Мы хотели взять 60 с рефинансирования. Нет, мы же хотели вообще взять рефинансирование там с большей суммой.
там. Чтобы там как бы, допустим, находить, да, но это дело пока подвисло. Короче, сейчас у нас реструктуризация приостановлена, ну, выплата кредита до января месяца. В январе месяце мы начнем выплату кредита. И уже, собственно, там можно будет снова попытаться подать заявку на рефинансирование. Может даже с большей суммой. Ну, правда, нам перед этим предстоит подумать, потому что мы хотим второго ребенка. Мы хотим второго ребенка. Это нормальное явление. Я любящий молодой отец, заботливый. Куда ты, козлина, едешь, блин? Ну, сам виноват. Так-то ты мне уступить должен, я прямо еду. Ой, стой. Ладно, все, я проскочил. Надо подумать, что кого. Есть, конечно, определенные планы на родовые. Мы не знаем, сколько там получим. Плюс мы надеемся попасть под материнский капитал. Надеемся все-таки. Ой. На желтый успели. Не успели. Ладно. Все, вот нам теперь налево. Ой. А, тут развязка. Еды твой мангибрид. Я ее просто читал. Все, нам теперь здесь, налево. Опачки. А я четко в поворот зашел. Вон, видите, слева зеркало. Все было четко. Братан. Осисяй. Все, давай, оттесняйся. А, он так. Да, просто отдохнул. Так что, скорее всего, до Нового года, потому что, во-первых, надо закрыть, мы взяли, выявляем на лимит 2 кредита, следи за дорогой, парень. Взяли, выявляем на лимит 2 кредита, то есть мы, получается, у нас один кредит открыт на, ну, на плитку для ванны и на душевую кабинку. То есть, помимо компьютера мне же нужна будет еще вебка, там еще некий второй монитор для, я хочу как бы там полноценный стрим, там с донатом, со своими делами. Пока у меня слишком мало просмотров, чтобы что-то вести какой-то разговор о донатах, там о партнерке, там еще какой-то шляпе. Пока это все в перспективе. Отодвинься, я тут. Я тебя задел, что ли? Ой, прости, милашка. Нет, едет не заем. Поэтому пока вот так вот видосами все пока проходим. Есть еще ценители олдфаговых игр, там, ну, уже можно потихоньку к олдфаговым перечислять GTA San Andreas, которая вышла аж в 2004 году, я не говорю ничего про GTA 3. Кстати, если кто смотрел мои ранние видосы, помнит, да, что GTA это моя самая первая компьютерная игра, и потому самая любимая. Именно в нее частенько так играю, она такая, ну, сами знаете, вот, допустим, все такое первое, всегда такое, запоминаешься, первый секс, первая девушка, первая любовь, там, первая машина. Вот это для меня первая компьютерная игра. Кто-то смотрит, там, подумает, там, вот он, здоровый 30-летний мужик, там, в игрушку играет, да, играю. И более того, в планах запустить стримы и попытаться на этом заработать. Ну, это пока в перспективе. Там, я хочу там не только в GTA-шку, там и фермерский, там, фарминг-симулятор, там, железнодорожный, хочу один симулятор, DRLBL, я просто, блин, заболел. Просто хочу вот безбожно просто. Так, как у нас там с принципом. Принципом пока-то скривенько кончается спать, он уже хочет. А стоянки пока нигде нету. Пу-пу-пу-пу-пу, и поспать нигде не получится. Да, Денвер, чувак, типа, он уже моргает, уже все очень плохо. Да, отогреть фолс еще далеко.
О, начинается в какой зуб. Ай-ёу, парень, бабай. Да, так, стой, хотель. Там хотель был. На развязке, не надо развернуться. Так, мне нужно в понедельник прибыть в 7:27 утра. И, блин, я, по идее, уже опаздываю. Нет, не опаздываю, но... Если я хочу опоздать, то... Ну, да я по-любому, скорее всего, опоздаю. 7:27 утра надо быть, я не успею. Я, скорее всего, выехал с опозданием. Так вот. Грейл, Вэлли, там, Евротрак, симулятор, нормально поиграть. Американ Трак симулятор. Пока не по мультиплееру, пока просто в соло там. Посмотрим, как пойдет пьянка, пляска там и так далее. Там, если найдутся люди, которые там желающие со мной поиграть, там все. И ради бога. Может быть, танчики будут, ну, по особо заявкам. По танчикам много стримов. То есть я это прекрасно понимаю. В танчики я никогда не играл. Интересно, но, блин, боюсь начинать, потому что знаешь, что затянет, а. Я не хочу туда ничего донатить, а без этого, а иначе будет долго в этом случае. Так что танчики по большой заявке. Я не знаю, там, если хотя бы у меня там 1000 подписчиков наберется, там можно будет что-то вести какой-то разговор о танчиках, но не раньше. Пока у меня планов доделать, надо доделать, доснять, домонтировать четвертую серию по ремонту, там буквально по дверям осталось доснять маленько. В принципе, серия готова почти. Ну, там уже и на пятую серию есть материал, то есть, и будет досниматься дальше. Сейчас вот мы выпустим, получается. Давай, просыпайся сейчас в марш. О, я урулил как-то еще закрытыми глазами. В планах получается снять вот прохождение дальнейших British Rally Championship, пока по аркадам, пока не по чемпионатам. Пока с плане управления. В планах, опять же, чем-то там. Так, смотрела по флетау дальше на эти прохождения. Готовлю серию по автоспорту, там тоже какой-то там раздув такой определенный небольшой, там полчасика может. Ну, не то чтобы небольшой, но на маленький документальный фильм потянет. Значит, еще и бензин кончится, вообще будет весело. Так, на развязке направо, понял. Заканчивается топливо, да я знаю. Ой-ой-ой, так. Great Falls. Так, блин, какого хрена? Я правильно поворачиваю, да? А, я уже хотел, потому что я великий сонный водитель. Нифига подобного. Так, все, я выезжаю. Всем бояться. Фура со спящим водителем, это страшное дело. Так, выезжаем. Давайте сразу на левую полосу. Ой-ой-ой, на встречку не надо. Зачем? Так, мы едем, нам нужно идти в Мегакан. Сейчас до ближайшей развязки будем приезжать, там поворот, перекрестку. Мы посмотрим, где нам уже сворачивать. Пока. Так. 35 миль ограничения. Нарываться не будем. Заканчивается топливо. Да я знаю, у меня еще и сонливость меня накрывает. Вот что страшно. Так. А, ой. Да пошел ты. Стал, да я тебя стукну. Так, а там бензин.
наверное, с рулем было бы играть удобно, потому что плюс ну или чуть-чуть с руля надо бы сделать поменьше. Так бы совсем было бы не атмосферно, но и когда я стоял туда с рубля на максимум, вообще играть невозможно. Перетормаживать как паровоз перед каждым поворотом, значит, даже не надо. А, тихо, не спи, братан. Заканчивается топливо, да знаю я. Я уже несусь на всех парах, по таким причинам. Давай до заправки. Дотяну, не знаю. Давай. Так, квест, дотяни до заправки. Вот она, за следующим поворотом. Давай, родной. На красный, да пофиг уже. Опачки. Ой, блин, закончилось топливо. Давай, наката, вот так этого никогда мне еще не было. Чтобы я накатом дотягивал до заправки. Давай. Чуть-чуть буквально осталось. Сейчас остановится и бим-бим. Вот это жесть. Такого у меня никогда еще не было. Чтобы я наката вот на флажке вот у меня выключился движок. Класс вообще. Первый раз у меня такое. Ой, жесть. Так, куда мне теперь? Все. Развернулись. Кто не спрятался, я не виноват. Опять везунчиков толпа. Повезло вам, ребятки. Так, сейчас мы едем. Прямо ну сейчас там уже это. Так, понедельник, час 40 ppm. Это уже получается по час дня. Мы уже опаздываем, потому что мы должны быть в 7 утра. Кажется, детишки в детском садике не получат молока. Так, а здесь нам налево. Так. Может, конечно, штрафануть за опоздание, братан. Главное, чтобы ты не вырубился в тот момент, когда нам предстоит трогаться. Вот это было бы вообще не нужно. Чего ты мигаешь, стоишь? Я тебе вообще не мешаю. Кретин. Так, из левой полосы в левую полосу, да? Так, а нам сейчас сюда, да? Переповоротник, стой, не клацай бы его. Так, мы заправились, все хорошо. Так, едем прямо. Ну там все просто, там до поворота. Поворотник включаем. Вот сюда перестраиваемся. Блин, прикольный мозг кто-то. Ой, не тот, скидный шоу сделал. Давай вот это сделаем. И вот что. Какая у нас свободная камера-то? Так стоять, пизби. Вот здесь можно париться, тут мы никому не мешаем. С опозданием мы таким серьезным. Сейчас надо будет, прежде чем взять груз, поспать. Что, блин, это не дело. Я начал эту движуху, я как-то даже забыл о том, что... Ну я вроде выехал по спамшу, блин, ай! Ай. Твою ж мать. Весело. Не надо парковаться, мне парковать, а мне чего стоять. Так, F5, прицепили. Поехали. Это да. Я понял, что однажды за рулем
Да и... Твою дивизию. Ай, блин. Во, приехали. Почти на 12 часов опоздание. Ой, ладно, все, тихо. Да блин. Все. Ущерб 200. Мы хотим получить новое задание. Great Falls. Древесина приступить после. Так, давай мы здесь часик поспим. Буквально часик, чтобы доехать до следующего этого. Немарную базу. И уже там. Ой. И уже там мы, получается, поспим как положено, вплоть до этого самого. И попробуем рассчитать, где мы будем делать пустыню. Да блин. Все, тихо. F5. Так. Да блин, тык. Часик. Окей. Да иди ты в жопу, тебе сколько надо-то? Блин. Так, 7, 14 утра, все, мы так, задний ход. Так, где у нас фары ходят? Нахер мне не нужны, Саша, если так не нужны. Мне Джон Дир. О, за городом. Понял. Понял, не дурак был, дурак не понял. Так кто это, чё я там застрял-то, а? Да чё там такое-то, а? Творится, кто меня там держит? Отпустите меня. Отпустите меня, Гималай. Там гидрит твои перекись. Водорода смаргаться. Я же ничего не прицепил. И чем я там за что цепляться могу? Так, похоже, больше не получится. Может и получится, не знаю. Как-то беремся. И у него глазки уже закрываются. Так. Налево. Вау, ребятки, кто из пятого слева не нажал. Я же выключил поворот, все. Отлично. Пилим. Так, у нас. Что они там? Нам новую 8-скоростную пробку поставили. Чё мы? Так. С50 миль. 55. Ой! За дорогой-то чё? Тоже надо следить, что ли? Ёлки-палки. Чё никто ничего не говорит? Так. Ой, не туда. Нам надо побыстрее туда добраться, чтобы еще поспать успеть. Так что, блин. А, ну прямо, да, херач? Понял. Да, прям все хорошо. Так, это у нас что такое? Заправка. Ну мы на ней уже были. Перечки порядок. А там хопа где-то вдалеке так подарился, кто не идет. Так нам приступит по системе 14. Все
сейчас налево на перекрестке. Фластер, у тебя в Канаде уже? Да, это Канада, по-моему, уже. Где там поворот? А вот сейчас. Все, вырубаем поворотник. Ой, поворот. Так, все, где у нас? Сейчас опять кроватку искать. Блин. Стой. Сейчас найдем. Блин, поспать бы еще успеть. Ой, кроватку нашел. Так, ну мы можем спокойно. Ай! Да что ж такое-то? Вопрос, где-то кровать. Вот она. Я помню, что я здесь постоянно не могу найти кроватку, потом не могу найти, получается, груз свой опять сейчас будем потом искать. Давай пофиг, спим полный цикл, 6 часов, нам... Кто впереди, подскажите, как движение? Да хрен его знает, я еще не на трассе. Груз готов к перевозке, да, сейчас найти бы его еще. Найти бы его еще. Да, ладно, давай так сделаем. О, вот он. Офигеть, я сразу груз нашел, да, товарищ. Я прям обалдел. Если честно. Так, нам сейчас нужно готовое зеркало, чтобы взять наш груз. Так, нам нужно быть. А, мы еще не взяли груз, поэтому мы еще не знаем, где нам груз, сколько нужно быть. Оп, взяли? Взяли. Так, нужно быть на вторник 9.16 в Сиэтле. Да херня, доедем. Стой, сейчас отломишь. О, капец. Так. Поехали, следующий рейс. Так. Все, мы сейчас налево получается. Никого, везочек там лимузин, по зеркалу смотрю. Чуть-чуть буквально. Заправочка впереди будет, отлично. Так, хотели. Так, хотели надо посмотреть. О, будет хотель. Если приспичит, можно будет покемарить. Так, продолжаем разгоняться. Нам нужно успеть побыстрее, тем более, если не хотим поспать. Нам тем более не лететь, но всех пора. А вот, блин, ездил бы я с выключенным режимом усталости, я бы успевал везде, с запасом причем, я всегда везде успевал, тут такой напряг. Я что-то, по-моему, один или два раза, что ли, успел вот четко в срок, даже при том, что я сейчас останавливался поспать. Так, у нас 51 тысяча долларов, мы пока не можем работать самостоятельно. Да, 8-я скорость, 55 лет. Ползем. Так, у нас 151 тысяча долларов. В режиме свободного водителя в чем плюс? Можно просто взять машину, там кататься вот просто вот по Америке, по Канаде, вот сколько хочешь, вот сколько у тебя бензин есть. Вот. Кататься, съезжу тоже не надо. Не поспим, так нужно 9.16 вечера прибыть. Да доедем, чё? Так, здесь ограничение 85. Так, у меня
Боясь, я не разгонюсь за такие скорости. О, кроватка есть. А, точно, здесь же хотель. На карте обозначить. Так, мне кроватка не нужна. Мы пилим прямо. Успеваем. Братан, ну только двинься, я даже сворачивать не буду. Я тебя швырну, я тебе отвечаю. Ну, я тебя предупредил. Лови поцелуй. Да, он сейчас от меня оторвется и будет, ага, там, блин, фигас 2. Мне так неинтересно. Так, не, такой, блин, поцелуй в бампер пропал, а. Вот ты, гадюка. А это что ли шурму? Чё, блин, и этого не успел. Ну, скоро приедем, мы уже подъезжаем. А нет, там какая-то другая информация, судя по всему. Танцы взвешены, первый поворот направо. Да фигушки, мне все пучком. Хотят, если пролететь через станцию взвешены на полном ходу. Потом поедет полиция. Я прям вот через весы попробую пролететь. Впишусь, не пишусь, вот вписался. Да-да, сейчас полиция за мной поедет. Вот смотрите сообщение. Я не просто через станцию взвешивания пролетел, а через сами весы. О, точно. А давай для прикола смотрим. Где полиция? Где она, полиция? Где она? Нету ничего. Эх вы. Так неинтересно, даже не догнал никто. Так, что у нас? Глазки уже прикрыты, а мы уже подъезжаем. Так, свету, свету, свету. Так, мы пилим прямо так вот на Ванкувер. На Ванкувер нам не надо. Подъезжаем, глазик. Глазик уже закрывается. Давай хоть здесь, может, в срок успеем, а? Это было бы вообще козырно, это было бы просто мега козырно, если бы мы даже здесь. Хотя бы здесь успели в срок. Так, нам нужно МГ. Я на это МГ. На выезде, да? Пилим дальше, значит. Опачки, опачки. Так, надо, наверное, скорость сбавить. Человечка-то не грязная. Ой, я думаю, я тебя проехал. Прости, братан. Честное слово, прости. Не было у меня злого умысла тебя таранить. Я был уверен, что... Тем более у меня слепая зона. Куда ты лезешь? Чудо в перья. Прямо и направо, да? А с этого просто налево, ладно? Дайте мне уже другой грузовик. Не бесит этот резинок. Так, 7-7-8-7-3. Что у нас осталось там? Два перекрестка, на третьем направо, мы опоздаем там на час, на два, грубо говоря, но это не критично. Так, отключим движок. Умничка. А светофор не умничка. Значит, опять тормозить. И при том, что мы нигде не останавливались, в срок, судя по всему, мы не успеем. Я летели на всех парах. Я должно бы оно загореться. Вот я же говорю. Как моя Волга разгоняет. Не, моя Волга даже так шустро с грузом не разгонялась. Жены с полным багажником картошки, как это. Так, а нам сейчас направо. Сюда.
Вот, мы должны сейчас быть, а мы вот только еще только подъезжаем. Как вот так? Вот вообще нигде не остановился, не задерживался, вот вообще нигде, ни удар, нифига не был. И все равно, чуть-чуть, но опоздал. Привет, тормози. Вообще 9 баксов. О, у меня новый грузовик. Да ладно. Ну-ка, покажите мне его. Класс, капотник. Новое задание. В среду после 5 утра. А так. Ладно. Так, ПГГ мы едем, да? Так, блин, нам надо бы поспать. Не пофиг, поехали там поспим. А тем более тут это рядышком. Класс, новый проходник. Там куда можно по морде ориентироваться. Куда ехать? Так, нам налево. Где твой этот ПГГ? Вот он, наверное, да? Да. Нам сюда. И мы можем смело спать 6 часов, потому что... Вон, глазик уже хлопать начинает. Ой! Глазик-то не зря хлопать. Спать-спать-спать нам-то не помешало. Пятница получается. Сейчас далеко поедем. Двое суток ехать, вот посмотрите. Вот видите, где зелень тут подрать. Потом проснемся, сразу и груз уже нас ждет. Опачки. Так, 5:59. А, ждет водителя, все. Сырая нефть. Да блин. Где мой груз? О, стой! А чё? А, бочка показалась, какой-то фургон. Зато классно, у нас без всяких там скодов, полный бак, бензика. Так, оп, стоять, Казбек. Карту выключаем. Потихонечку. Попал? Нет? Офигеть, нет, не попал. Блин, так неинтересно. Она видели, сама скатанула просто на место. Это неинтересно. Так, в Даллас мы едем. В Даллас. О, ребята, это у нас далекий рейсик. Так, как поедем? Ближайший отель у нас... На выезде с Сиэтла. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давайте мы вот по полевой дороге поедем вот в сторону Сан-Франциско. И вот там, я смотрю, хотели много. А из Лос-Анджелеса потом мы поедем в Альбукерке. Да, по-другому никак. Вот. Да, я думаю, до Сан-Франциско до того хотеля. Или нет? Или нет? Блин, не увеличить карту-то. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я вот не могу понять, хотель этот на... На основной дороге или на грунтовке? Так, хотель, хотель, хотель. Так, а тут у нас вот вверху, когда мы вот подъезжали к Светлу. Да, поедем по прямой дороге в сторону, получается, вот сразу, которая прямая идет аж до... Гуамасу, да, вот она, прямая дорога. Там, я думаю, на ней вот и отель будет. Все, выезжаем. Выезжаем. Так, а что-то я куда-то не туда еду, по-моему. Ой!
Я так понимаю, где-то здесь полиция. Не дремлет. Да. Так, нам сейчас получается чуть-чуть. Сейчас мы едем. Кого не задел? Мне так неинтересно. Так, ну чуть-чуть направо получается. Да? Это, блин. Так, нам получается вот. Ладно, доедем, видно было. Чего? Кому я там помешал? Иди в жопу, я тебе вообще никак не мешаю, дебил. Да пофиг, я уже выскочил на перекрёст. Нам сейчас направо. Она сейчас зеленый будет. Нет? Налево что ли? Нет, это прямо светофор. Все, пока все на повороте. Право на следующее. У меня так-то вариантов немного, кстати говоря. Зря сюда поехал. Я сейчас не развернусь, пойди тут. Точно? Стой! Они мне на позу не пойдут. Ехать-то далеко. Ехать-то нелегко. Да вот по пятой дороге. Так, номера дорог сейчас высветим. Да, нам по пятой ехать. Ой. Ох, водитель из меня. Зато как четко заехал. Ой. И в забор тоже четко приткнулся. Я не туда свернул. Поэтому, ребята, извините, сейчас будет разворот. Я так помню, я не списался. Оп. Кто впереди, подскажите, как движение? Да вообще супер все. Движение ровное, пробок нет. 10-4, ясно, спасибо. Давай разгоняйся. Да не за что, братан. Вон глазик уже прикрывается, нам до отеля еще пилить и пилить. А до отеля далеко пили. Ладно, погнали. Я наша не пропадала. Что, 45 миль в час и все, что ли? Что, прикалываетесь?
50. Ну, хотя бы, да, вы. Все, поехали. Поедем прямо. Ой, давайте мы там выключим на камеру. Все, включаем. Ой! Фотограф, следи за дорогой. Ай-яй-яй. Блин, глазик уже почти закрылся. Мы еще только выехали. Нам до отеля пилить и пилить. Да, я же говорил, эти плутани нам на пользу не пойдет. Каждая минута на вес золота. Ладно. Хорошего мало, но не конец света. Ой. Братан. Так, а мы едем, аж наша дорога аж до Гуамаса идет. Лазит, закрывается. Так, разгоняемся. 50, 55. Так, в пол. Заодно, кстати, там и заправим. Ну, сначала поспим, а потом заправимся. Потому что, насколько я понимаю, там большая заправка на обе стороны проезжей части с коечкой на каждой стороне и со станции техобслуживания. Ну, там с иконкой гаечки можно починиться, подлататься. Ну, конечно, не груз, но грузовичок, если ты там где-то повредился, можно починить. Поэтому, так если верить карте, то до него осталось как бы немного. У нас их отеля нету. Это плохо. Так, а там у нас чисто автомагазин, да? Кроватки у нас там нету. Ой, глазик закрылся, он идет моргать, пиши, пропало. А у нас там, кажется, авария, да, там значится? Обозначен на навигаторе у нас авария. Трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям. О, братан. Я сейчас в задницу еду. Молодец, жить хочешь, это радует. А вот этот дурик сейчас придется по обочине объезжать. Так, мы едем. Так, мы эту заправку пройдем. Да, там станция с техобслуживанием, с кроваткой, с коечкой. Да, я правильно еду. Что, глазик моргает, нет еще? Не моргает. Чуть-чуть осталось буквально. Буквально чуть-чуть. Так, нам нужно в пятницу быть. Там вдалось. Блин, не успеем. Сразу говорю, потому что с вами поспать. Основная будет останавливаться на каждой этой. А он, зараза, пока 6 часов не выспит, он не высыпается. Сейчас надо будет поспим, четко рассчитать, где мы становимся поспать в следующий раз. Трех часов ему заразе мало. Этот зараза любит поспать. Чуть-чуть осталось. Скорость падает. Вот растет, все, выехал. Заехали на горку, шестая передача. Вон глазик начал моргать. А вон и заправочка. Спасительная коечка, где у меня тут, с моей стороны, как раз она должна быть перед заправкой, вот она, о, дотянули, блин, как я что-то рассчитал. Так. Оп, окей. Со счета снято $50, значок в мотеле, да их. В общем, понятно, да? Сейчас заправляемся. Четверг. Окей. Так, мы на заправке. Следующий отель.
Блин. Да, трудная задача. Нам бы подъехать через Лас-Вегас. И через Альбукерке потом. Да, на Гомас мы поедем. Нам сейчас получается на развязке надо вот в сторону Лас-Вегаса, там по корявенькой такой дороге. Так, ну там часика два можно будет схрапнуть и ехать дальше. Потому что там до выезда, до развязки, думаю, мы там дотянем. Да, так, наверное, сделаем. Вот же, блин, а. Заправляемся. Сейчас баксов 300 отдадим. Почти, годом. Разгоняемся, разгоняемся, все хорошо. Это у меня ближний, дальний? Это был дальний. Вообще темы нету, не видно нифига. Как у негра в попе. Заперта в темной, темной комнате. Так или дальше, так, ну чё. Четверг. Да, то есть напомню, мы на перекрестке сворачиваем. Да, мы в этом хотели спим 2 часика. И потом пилим на Лас-Вегас. Сворачиваем на Лас-Вегас на развязке. Перестроение с поворотником, все правильно. Жизнь по правилам. Единственное, конечно, что правила нужно соблюдать всегда. Тогда, когда перекрестка, да если я, блин, так опоздал. Так вот получилось. Пупи-ду-пи-ду-пи-ду-пу. Да, целая задачка. Так, впереди развязочка. На Лас-Вегас. Помню, да? Внимание на указатели. Да, где нам куда сворачивать? А сворачивать придется. Сан-Франциско, Лос-Ан... Да, стой! На Солт-Лейк-Сити надо. Да, нам нужно на Солт-Лейк-Сити, а там свернем на Лас-Вегас. А где чё сворачивать на Salt Lake City? А, сейчас вниз уйду. Понял. Был бы дурак, не понял. Аккуратненько. Чё, поцелую забор, не поцелую? Делать я. Я даже по обочине еду. Не, надо. Кто там? Ты олень, нет, под фуру жмется. Не, это не щитово, я весь поворот по обочине пропилил. Это не щитово. Да, не на Лас-Вегас сворачиваем. И ускоряемся. Там немножечко погодя будет развязочка, но там корявенькая грунтовочка, как раз видно после хотеля. В пять утра нужно быть, у нас сутки получается, чтобы приехать, а мы однозначно не успеем, потому что нам сейчас давайте-ка поспать тут и поспать на перед Альбукерке, и уже с Альбукерки мы едем без остановок до Далласа. Я думаю, мы однозначно не успеем. Потому что вот до вот это хотели на перекрестке нам не дотянуть или дотянуть. Мы дотянули сет, вот это хотели. Блин, ну далековато, мне кажется. Далековато.
Думаем. Так, нам на Лас-Вегас, да? Когда хотели, не доехали, время подумать есть. Тас ведет вообще. Все. Все нужно направление, да, отлично. Едем до хотеля. Ну, перейду. Так, у нас строка сонливости. Блин, вот не доедем же, а. Часика пипец как сыграет против нас. А мы сейчас где? Мы сейчас фиг знает где. Какой-то боком забытый городишко, даже на карте не обозначен. Да, непонятно вообще, что это за место. Тем более хотели, судя по всему, где-то наверху, да? Не, вон она кроватка. Братан. Пока все хорошо. Капель. Да, кратчайшая дорога на Лас-Вегас. Ну, кратчайшая, не знаю. Кто впереди? Подскажите, как движение? Кто тут? Впереди все чисто, так что можешь поддать газу. 10-4. Это он впереди меня, нет? А, там фургон какой-то. А, он вообще навстречу пилит. Но впереди меня все спокойно. Да, такая пукалка. Да, когда там, я тебя обгоняю. Станция техобслуживания у нас впереди. Вазик закрылся, но у нас вариантов нет. Нам пилить до той развязки, борясь со сном. По-другому никак. Мы не оставили себе выбора. Выбор был, но мы его не оставили. Выбрали вот такой вот вариант. Попытаться немножко ускорить события. Это у нас кто-то типа Лас-Вегас, да? Так, а нам нужно пропилить прямо. То есть весь город без остановки. Охереть. Отскочить. Ни в коем меня не вмязался, нет? Так, а нам нужно... Стой! Нам нужно в Альбукерке. Лос-Анджелес, Лас-Вегас. Короче, пилим прямо. Нет? Да, нам нужно вниз. Вау, это я на свечку, что ли? Пипец. Люди, извините, вот я даже аварийку включу. Там у меня вообще все плохо. Это надо поугарать. Раскрешать их где-то в момент, как я херачу по свечке. Никого на свече нету. Никого ворачиваться не придется, что ли? Так, ну нам пока прямо. Или что? Да, давай здесь заедем.
Давай в другую сторону. Пиздуля. Сейчас еще не развернуть, еще сейчас стоп упремся, да? Стой! Твою ж дивизию, а! Ох, ездуля! Ох, ездуля, блин! Все, глазик закрылся. Да блин, назад, назад, назад! Да что ж ты, блин, собака, делаешь? Назад! Да еб... Сраная ручная коробка, блин. Иди нафиг отсюда, а. Пойдем я в прицеп. Ой. Блин, я запутался. Ну. Все, отлично. Плохие новости, глазик закрылся. Давай вот на этой базе вот переспим. Где она там? Пару часиков хотя бы. Кроватка по-любому есть. Так. Где-то вот здесь она должна быть. Так, вот. Так, мы что хотели-то? О, тихо, что все включено-то? А, номера дорог надо выключить. Так, мы в Лас-Вегасе. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да пофигу, ничего, нигде мы спать не будем. А нет, будем, 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 будем. Глазик моргает. Так, у нас уже четверг. 7 вечера. 5 утра надо быть. Как мне сейчас вот развернуться? Да, опять в стену впрусь. Ну я так... Так, нам надо на Альбукерке. Ну, пока едем сюда. Так. Так, что, так, мы сейчас находимся в Лас-Вегасе. Ой, блин, до Далласа-то мы не дотянем. Так, в отеле, значит, еще 2 часика поспим. На перекрестке там. Так, тормозим. Нам бы сейчас идти направо. Блин, опоздаем мы опять. Опять опоздаем.
Я на фуре, мне можно. Стоять-то сбег, нам не сюда. А вот сюда надо. Ой. Третья дорога нам нужна. Просто третья дорога. А что у нас там по горючке? Ой, блин. Ну все заправиться сейчас. А потом на полный баке спокойно дотянуть до... Чисто это на поспать останавливаться. Стой ты, блин! А, справочка. Идем вяло так разгоняет, но опять же здесь, может, потому что у него не 8 передач, а 6. И передай покороче вот таких коробок. Да, не успеем. В срок не успеем. Возможно, опоздаем, возможно, даже на сутки. Вон тут ехали коротенький рейсик, нигде не останавливались без проблем. Как бы все, и силы бы хватило доехать, и все нормально, и все равно опоздали. На полчаса буквально, по-моему, но опоздали. Так, все, пилим, пилим, пилим. Или мы до Альбукерки, то я думаю, дотянем. Да, до Альбукерки дотянем, там где-нибудь поспим. Похоже, 55 миль мы только с горки развивали. Но он, в принципе, сейчас базовый. Если ему вкатить помощнее движок и там коробочку, ну, я думаю, 55 пойдет. Кто впереди? Подскажите, как там на трассе? Ой, да блин. Кто впереди? Как там с погодой? Небо голубое? Путь чист. Можно прибавить ходу. 10-4, ясно, спасибо. На тебе, би-би-би-би-би-би. Да что такое-то, меня закидало как проститут после бурной ночи. Да. Да. Ну, лазер согласен. Я думаю, до Альбукерки мы должны дотянуть. Да, вот уже 1:20 утра, мы должны через 4 часа быть на месте. А мы еще остановимся поспать один раз. До Альбукерки мы будем спать полную ночь, а мы так не едем на Альбукерку. Все отлично. Да, там... Да. Это скорость снизилась немножко. Почему? Все хорошо. Так. Знак не показывает. Выезд с развязки. Пытается взять, но что-то у меня не получается. Еще я вот тут дебильным маневром еще. Еще кто-то? Че ты меня ничего не спрашиваешь? Ой, да блин. Вот бибиха. Обогнал меня. Поймал момент, обогнал. Молодец, что я могу сказать. Вот же дождь мост. Прямо. Что впереди? Здесь и 13. Я тебе, братан, подсказать не могу, ты едешь в другую сторону. А 10-13, это, мол, погода. Погода везде хорошая. Небо голубое, ясное. И чё? Альбукерки, глазик закрылся. Так, глазик не полностью закрылся. Нам надо ехать прямо, мы, может, до туда дотянем, до того хотели. Да, я думаю.
какая разница, спать все равно придется. Тут или там. Ладно, поехали, пока держимся. Опоздание нужно минимизировать. Потом в отеле доедем, там часика два поспим. Чтобы там моргать перестал и все. Так, а мы едем прямо, да? Да. Опаздываем, поэтому нарушаем все подряд. Не идет нам на пользу езда по правилам. Херачим сам по самой не боюсь. О, зеленый тут же, честно. А, уже желтый. Интересно, можно нет в Америке приезжать повороты на шестой перекрестке на желтый свет. Херачим, все хорошо. Мемфис, пас. Так, а мы куда едем? На Мемфис, да, все правильно. Денвер нам не нужен. А потом свернем на Даллас. Вот, кстати, только сейчас закрылся. Какие-то повороты, хотя по карте дорога без поворотов. Если говорить карте, дорога без поворотов. А у нас тут что-то вот, у нас тут извилина на извилине, прям какой-то. А я, дурак, поверил, не стал останавливаться на ночевку. Думал, если начнет вырубать, вдруг так на по прямой, так мы уролим кофе. Ну, карта врет. И вот такой. Карта врет. Четко выехал. А ты баран. Ты должен был мне успеть. Так, мы уже опоздали на полтора часа. Так, где мы там заработаем? 17 тысяч, да? Так и будем всякую фигню возить, пока не выйдем в режим наемного водителя, в режим самостоятельного водителя. Полиция. Обратно сюда полосу. Нечего грузовику в левой полосе делать. При движении вне населенного пункта левая полоса используется только для опережения либо поворота налево, либо разворота. Самолет! Вот мелькнул буквально чуть-чуть в лобовухе. В районе левой стойки вверху. Я тоже сам спать хочу. Глазик моргать начал нам далеко. Он не просто моргать начал, он спать начал. Это отель еще далеко. Отель только за поворотом, за развязкой. Судя по всему. Так, а нам там далеко до Далласа? Там фигня останется. А поскольку мы уже опоздали, нам терять нечего. Мы уже опоздали на 2,5 часа. Отель получается там с той стороны где-то. Блин, да тут нифига развязка-то. Ладно, поехали. Так, если буду еще петлять, блин.
Едем как-нибудь. Вот тут немножко осталось. А там потерпи, дорогой. Куда еду, фиг его знает. О, даже не врезался никуда. Хоть с развязки нормально выйду. Ой. Я сверх шикарно просто с развязки вышел, а не вышел, я вылетел просто. Давай хоть ближний включим, кем-нибудь дальний херачим. Людей слепим. Далось вообще чуть-чуть осталось. Так, мы опоздали на 5 часов. Уже опаздываем. Ого. Тут смотри-ка, не в заборе. О, да зашибись вообще, прямо у нас на въезде. Опачки. И там же заправочка нам не нужна. Возможно, повышение какое-то дает. О, вообще. Я четкий пацан. Слепое, заметил, в поворот заехал, даже не врезался никуда. Ну еще чуть-чуть, да? Еще чуть-чуть. Да задрал ты уже. Во. Так, 229. Пич пятница после 7.14. Так, нам можно поспать, получается. Аж 8 часов. Так? Сейчас мы сейчас спим. Да, тихо, ты сейчас кроватку найду. О, вот кроватка, так, спим. Оп, F5. Окей. Сейчас нам еще можно поспать 2 часа, получается. Сейчас. Полтора. Ждет водителя. Все, отлично. Вы только не вздумай не моргнуть даже глазом, блин, козлина. Да, вот так. Это у нас большое пусто, да, я так понимаю. И где мой груз? Ах ты, ядрит, твою мать, мне же на другую базу еще ехать. Блин. Вот я оленя. Фига ли я тут-то только спал? Опять опоздание будет. Там ты что такое-то, а? Бред какой-то, там у фантику. Пора спать. Да блин, я в другую сторону еду. Капец! На перекрестке направо. Вау! Никуда не врезался, молодец. Блин. Ехать-то далеко. И рейс опять что-то дальний с пятницы, где там, с пятницы на воскресенье. Двое суток. Так, где у нас база, к базе подъезжаем. Вот она. Ой, куда поехал? Куда же тебе, да? Прицепились. Мы едем в Баффало.
Ангидрит твой поликарбонат, блин. Так. Ну ладно. Так, надо нам сохраниться. Запись. 1, 2, 3, 4. Сохранение. Перезаписать. Да. Итак, народ. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели эту серию. Всем, кто досмотрел эту хрень до конца, кто кому хватило терпения и может даже мапать это, чтобы увидеть время, оценить мы сказать потуги. Следующий видос это будет 4-я серия по ремонту однозначно, но я ее доделаю. Так вот у меня выходные, будет время, я ее доделаю, демонтирую, и все выложу вам на книжечке. Оцените, как, что, куда я там делал, как я мучился, что у меня получалось, что у меня не получалось. На этом будем с вами прощаться. С вами был проект без названия.